Трое взрослых весь вечер пили спиртное. Это мать детей, ее сожитель и брат. Все молодые люди до 30 лет. Домик небольшой, комната и кухня. Двух малышей, двухлетнюю девочку и ее 7-месячного брата положили спать в комнате на диван. С ними позже лег сожитель. Как выяснилось позже, это было роковое решение, ведь угарный газ легче воздуха. Мать детей и ее младший брат заснули на полу. Возможно, это их и спасло. Сожитель женщины, не убедившись в том, что уголь в топке печи, находящейся в кухне, полностью не прогорел, закрыл задвижку трубы печи. А в результате этого возникло выделение угарного газа из печи в помещении квартиры. Утром 17 февраля 2016 года в квартиру пришла мать женщины, которая вызвала скорую помощь. Женщину и ее брата врачам удалось спасти. Сожитель женщины и ее двое малолетних ребенка погибли.